И в продолжение темы. В магазинах Ульяновской области наблюдается повышенный спрос на крупы. В два раза увеличились отгрузки и на Репьевском крупозаводе, что в Новоспасском районе. Здесь производят горох целый и колотый, перловую и ячневую крупы. Как прогнозируют на предприятии, активный разбор сохранится в ближайшие 2-3 недели. Но затем население сформирует запасы и потребление перейдет в обычный режим. В настоящий момент на территории предприятия расположены склады с единовременным хранением крупы более 1500 тонн. То есть в настоящий момент мы спокойно обеспечиваем и продовольственную безопасность Ульяновской области, и также осуществляем поставки круп за пределы. Формировать стратегический запас продовольствия на Репьевском крупозаводе начали еще в декабре 2019 года, после рабочего визита на предприятие губернатора Сергея Морозова.